1 июля в России вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь можно заключать соответствующий договор в виде электронного документа. До этого страхователи обязаны были получить бумажный полис. Также заработает электронная база страховых договоров. Начнут действовать изменения в правила дорожного движения. Основной и, пожалуй, самой строгой уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если водитель второй раз попался за рулем под шофе, ему грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – 2 года лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. С 1 июля вступает в силу и новый алгоритм действий водителей на месте ДТП. В случае, если в нем нет пострадавших, оба водителя согласны с причинами аварии, а причиненный ущерб незначителен, участники ДТП не просто могут разъехаться, не дожидаясь инспекторов, а обязаны освободить проезжую часть и не создавать препятствия другим участникам движения. В противном случае может грозить штраф в размере 1000 рублей.